Короче, мы вернулись на керамзит. Сейчас будем сначала пробовать залезть через крышу. Если не получится, будем с помощью веревочной лестницы залезать. Вот. Увидимся уже, короче, на крыше, потому что палево тут палево. Короче, это просто жесть. Я почти не снимал. Но просто посмотрите, что мы творим, блядь. Мы пробрались на керамзит. Вот таким вот ебанутым способом просто. Вы это видите, блядь? Мы где-то часа два возились, короче. Наконец-то тут. Фух. Это было просто жесть. Сейчас я такую дозу адреналина получил. Просто пиздец. Фух. Это стрёмно. Вот сейчас Антоха это почувствует. О, у него еще рост маленький. Ты далековато очень сделал. Я согласен. Я не стал снимать. Мы цепляли, потому что тут собаки еще бегают. Мы прям при собаках это все делали. Короче, мы это сделали. Мы собрались в керамзит на третий раз. Лично у меня. У него на второй, у него на первый. Но только потому, что отстали. Пешком шел сюда. Короче, спуск. Ох, тут лестница не особо надежная. Короче, спускайся вниз. Короче, мы спустились вниз. Желательно бы как-нибудь закрыть эти ворота. А они и так закрыты. Тогда идем. Я нашел залаз, вылаз точнее. Я нашел залаз на керамзит альтернативный. Имба. Слышь, это как на богомолке. Ты понял? Все, тогда, если что, смотрели время.
мастерская какая-то. О. В окна только не светите. В окна, говорю, не светите. А, ты не светишь. Просто опасно оставаться с точкой. Так. Блядь. Ладно. Приходим, блядь. Вода стекла. Сука, в перс. Не иди сюда, тут нихуя нету. Неприятненько. Ай. Как-то мерзко. Антоха, подложи мне какую-нибудь доску. Спасибо. Я снимаюсь. Чтобы было неприятно максимально. Ладно, в принципе, не сильно промочу. Погнали на следующий этаж. Короче, мы идем выше. Я не хочу показать, я хочу увидеть. Лёня, тут машинка. Вот там, наверх можешь зайти. Я, короче, наверх пошел. Я думал, короче, что тут на керамзите лучше не светить. Оказывается, тут окон почти нету, которые уходят на сторону охраны. И тут можно светить. Хоть засветиться. Ах, хотя нет, светиться нам не надо. Нам надо светить просто. Короче, ничего тут нет интересного. Надо идти на второй этаж административный. Или хуй знает какой. Ставьте себе поддержку. Тут говорят, по-моему, убежище есть. Но оно, наверное, где-нибудь подальше. Фига тут проводов. Чё? Давай сначала туда. Ты не видишь тут? Погоди, так это же то самое место, которое я видел на фото. Давайте, заходите. Это то же самое место. Ну, заходите. Да я хотел бы про это. То самое место. Я бы не стал трогать. Ничего не успею.
Капец. Тут собачья следит. Святые пацаны. Сюда собак запускают. Поэтому надо быстрее. Не-не-не-не-не-не. Надо найти переход. Это что такое-то? А мы тут не были вроде. Тут? Да. Ладно, если что, спустимся. Надо пока изучить то, что имеется. Мы, кажется, на крышу вышли. Точняк. Да. Короче, мы сейчас идем к следующему корпусу по этому переходу. Ты все снимаешь? А? Ты все снимаешь? Да. Только скинь потом. Ага. Это прорыв на керамзит. Да, конечно. Это было нелегко. Сейчас мне надо посмотреть, закрыта ли вот эта крыша. На крыше. Вот это просто глубоко. Я так сниму, я тебе все сниму, блядь. Да нахуй. Прикиньте, там будет пустая комната. Да. А там секретное бомбоубежище, где сейчас третьего рейха, где прямо сейчас прячется Гитлер. И спрятано мы. От нас скрывают всю правду, погоди. Ах, Дина, ой. Тут кирпичи. Вы на приколе, блядь? О. Вижу, хоть один коллекции. Да, кстати, они нечитаемы. Ладно, я пошел тогда искать. Еще переход. Как чувак на огнетушитель метро летает. Да скидывай. Огнетушитель. Давайте сейчас это. Крыша Мы еще далеко не у перехода. Там какие-то двери. А все закрыто, ну ладно. Короче, идем дальше уже. Короче, у нас не получилось найти этот переход, поэтому мы идем на выброс. Поэтому на этом конец. Всем пока.
Можем идти обратно. Ничего, ничего тут нет, интересно. О, какой-то. Вот он, керамзит. Тут где-то на территории еще бомбоубежище есть. Только я не знаю, что. Окей, тихо, блядь, ну ты че? Можем срезать. А хотя зачем? Соседи хуй думают. Еще надо фонарь тогда вырубить. Да, вид, конечно, просто шикарен. Ну что, я предлагаю тогда на саму крышу? Лезть. Погодите, дайте сначала я, просто меня тут набило. Ой, еще у меня руки так околеют. Что-то я уже устал, у меня уже сил нету. Ну, сил уже нет, никуда лезть, но надо. Ах, я тут высоковато. Короче, мы забрались на крышу. Но не на самый верх. Тут так-то еще есть труба этого керамзита. Мне кажется, на нее лучше не надо залезать. Они же песики какие-нибудь выйдут. О, тут скользко. На. Шикарно. Керамзит. Ну, мы, кстати, там когда-то были, у меня даже фотка есть. Но там песики прям жестко-жестко. На сегодня песики докапывали 2 часа. Фух. Слушайте, они песики уже давно тут были. Ну вот так. Короче, на самой верхушке керамзита. Ой, да. Долго мы сюда пытались залезть. Но мы еще не весь его обошли.